Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас ноутбук BB Mobile TechnoBook X840CA. Давайте откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Зарядное устройство. USB шнур. Собственно, сам ноутбук, а также различная документация. X840CA – это планшет TechnoBook, который работает на базе новейшего 64-битного чипсета Intel Atom X5 Z8300. А благодаря крупному 14-дюймовому дисплею работать на ноутбуке гораздо удобнее, чем на обычных планшетах, трансформерах и нетбуках. X840CA по сути является полноценным ноутбуком с аппаратной клавиатурой и операционной системой Windows 10. В то же время устройство очень компактное и мобильное, а также оно тоньше многих ультрабуков с аналогичной диагональю экрана. Вы можете без проблем носить устройство с собой в обычной сумке или рюкзаке. BB Mobile TechnoBook комплектуется крупным 14-дюймовым дисплеем с типичным для ноутбуков разрешением 1366 на 768 точек, цветопередача на хорошем уровне. С данным экраном не только удобно работать, но также приятно и развлекаться. К примеру, смотреть фотографии или играть в современные красочные игрушки. Скорость работы BB Mobile не вызывает абсолютно никаких нареканий. Планшет довольно шустро работает даже с тяжелыми приложениями. Так что стоит отметить, что устройство очень быстро загружается. После включения он готов к работе буквально за несколько секунд. В основе BB Mobile TechnoBook лежит новый 4-ядерный 64-битный процессор Intel Atom X5 Z8300. Он-то и обеспечивает устройству быструю зарядку и хорошую производительность. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ. Встроенной же памяти в устройстве 32 ГБ. Плюс предусмотрен слот под флешки формата microSD. В устройстве предусмотрены модули Bluetooth и Wi-Fi, а для видеозвонков используется камера на 1,3 мегапикселя. BB Mobile Techno работает под управлением операционной системы Windows 10. В данном устройстве можно использовать ровно такой же набор программ, как и на обыкновенном настольном компьютере. Причем использовать управляют с помощью нормальной клавиатуры и тачпада или мышки. Подведя итог, стоит сказать, что мощности BB Mobile TechnoBook хватает для решения многих задач. Это и игры, и просмотр видео, а также работы в текстовых или графических редакторах. Ну а маленькая толщина корпуса и небольшой вес устройства позволяют без труда носить его с собой. Все это делает BB Mobile TechnoBook очень удобным инструментом для работы, учебы или отдыха дома. Подписывайтесь на наш канал, а также на наши официальные страницы. Ставьте лайки и, конечно же, обходитесь без лишних трат. До новых встреч!